на набережной Туры в Тюмени вот-вот начнется региональный фестиваль «Экстрим Экспо 2017». Он соберет больше десятка экстремальных видов спорта и продлится весь день. На месте уже находятся мои коллеги, и напрямую связь со студией выходит Андрей Сапегин. Андрей, доброго дня, с праздником, тебе слово. Да, Ань, добрый день. Спасибо огромное за поздравление. Поздравляю с Днем города и тебя. Я тебе советую после эфира присоединиться сюда, на Тюменскую набережную, на фестивале «Экстрим Экспо 2017», потому что сегодня здесь какая-то особенная атмосфера. Атмосфера экстрима, атмосфера спорта, атмосфера позитива, несмотря на соревновательный момент самого фестиваля. Что мы сегодня здесь увидим? Мы увидим соревнования по сноуборду. Здесь пройдут бои ММА. Мы увидим всю красоту велотриала. Также выступления вейкбордистов, мировые спортсмены, в том числе российские, будут покорять скалодром. Здесь же будет чирлидинг, паркур в разных точках набережной. Мы увидим показательное выступление по мод-фристайлу, воркауту, стенд-райту, дрифту на радиоуправляемых автомоделях, выставку страйкбольного оборудования. И представляешь, это даже не все. На парковке у круглой бани будет дрифт, будет картинг, будет мотовыставка. Там же можно будет пообщаться с пилотом команды КАМАЗ Мастер Андреем Каргиновым. Я эту возможность, конечно же, не упущу, но сделаю это чуть-чуть попозже. Начало фестиваля планируется, ну, практически прямо здесь, потому что именно сюда приземлятся парашютисты. Кстати, самолеты в небе я уже видел. Ну, а продлится фестиваль до самого вечера и завершится открытием обновленного пешеходного моста и фейерверком. Поэтому все welcome сюда, на Экстрим Экспо. А если у вас нет такой возможности, смотрите нашу трансляцию, я расскажу и покажу вам все. Аня? Ну что ж, спасибо. На прямой связи со студией был мой коллега Андрей Сапегин в Тюмени. На набережной Туры вот-вот начнется фестиваль экстремальных видов спорта.